явшегося Христа. Несть вот освящается естество и разделяется дьявола. Вот возвращает струи, и Владыку закрещаемо. Я, как человек, на руку пришел Иси Христе, царю и рабке крещение, приятельски блаже, от предтечего руку. Лет ради наших человека легче, Господи. Я, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, кого страшуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Премудрость к римлянам послания святого апостола Павла, чтение вон мне. Братья, не хочу вас не видите, як отцы наши все под облаком быша, и все сквозе моря пройдоша. И глаз Господень на водах, Бог славу возгреме, Господь на водах многих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Ды, виде разводящиеся небеса, и дух, яко голубь сходящ нань, и глаз быть с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Слава тебе, Господи, слава тебе. Христе, диаконстве, всем причти людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. О богохраниме державе нашей России, силы всех воинств и народе, я Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ой, сокрушитесь сатане под ноги наши вскоре и разоритесь всякому совету лукавому движимому, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть и в Одессе, освящение дару грехов, избавлению и исцеление души и тела, на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Не прещающийся тебе, Господи, троическое все поклонение, родители, Бога свидетельствуешь тебе, возлюбленного тебя сына именуя, иду, явлейся, Христе Боже, и мир просвящай, слава тебе, о Иордане, крещающийся тебе, Господи, троическое все поклонение, родители, Бога свидетельствуешь тебе, возлюбленного тебя сына именуя, иду, в виде голубине, известуешь слое все утверждение, явление. Что делаешь там?